Всем доброго времени суток. Приобрел себе недавно вот такой вот циклон. На выходе у него находится уплотнительная резинка. На входе циклона элемент из-под сантехники. Далее у нас идет вот такое вот ведро. Здесь находится дополнительный ободок с ребрами жесткости. Дно ведра также усиленное. Крышка оборудована плотным механизмом от попадания пыли и воздуха. Циклон для строительного пылесоса, или как его еще называют, сепаратор пылеуловитель. Циклонный фильтр для пылесоса задерживает до 90% крупной пыли и мусора, летящего в пылесос. И только около 5% мусора попадает в мешок пылесоса. Поэтому основной фильтр не забивается, и сила всасывания остается неизменно высоким. Обратите внимание, как завихряется по кругу пыль. Итак, проверим, сколько мы собрали мусора. Ну и как вы видите, вся пыль и мусор остается в этом ведре. Далее мы грунтуем подготовленную поверхность. Ну и проверим, насколько хорошо у нас получилось подготовить полы. Все четко, даже руки не испачкались. Ну а в следующем ролике мы будем равнять полы и класть керамогранит размером 1,60 м на 20 см. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.